Молви, друг, и присоединись к нам. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Присоединяйтесь все, и сейчас Янь Байху тоже присоединит, я надеюсь, восьмого друга. Все-таки я создал достаточно хороший задел под эту тему. У нас в дипломатии очень много вассалов, которых можно освободить, с которыми у нас нормальные отношения, такие прям хорошие. Даже вот эту вот даму, с которой у нас сейчас отношения, помните, четверо хотели уже принять из наших вот этих вот других друзей. Но она сама отказывалась. А у нас отношения с ней сейчас улучшились, поэтому ее, если что, я могу, наверное, освободить и принять с вероятностью 100%. Ну, мне так кажется. Но у нас есть старый друг Ван Лан. Его предлагали освободить давным-давно еще, но я не хотел рисковать, так как все-таки он был единственный вассал и мог от нас сбежать, если вдруг его присоединить не захотели бы мои товарищи. Вот такое отступление, поэтому я сейчас предлагаю попробовать. У нас и денег достаточно, и предметов должно хватать на то, чтобы, если что, его обратно даже завассалить. Так что сейчас... А, кстати, сколько у нас с тобой отношений? Вот просто ради интереса. У нас с тобой отношения 94. После освобождения у нас что-нибудь изменится моё с тобой? Мое тебе почтение. Вассалы. Освобождаем его. Можем потребовать, кстати, от него денег за это. То есть мы тебя освобождаем, но ты даешь нам дофига денег. Нет, он дофига денег нам не может дать. У него их просто-напросто нет. Предметы у тебя есть? Вот, предметы есть. Давайте заберем у него хотя бы предметы. Он не использует то, что мы ему в свое время дарили. Он это не использует. Ну ладно, бычка я тебе оставлю. Бычка этого производителя. И сделаю предложение по выплате разовое. Такое. Вот, отлично. Освобождаем его. Это забираем еще предметы. Теперь обращаемся к нашим союзникам. Ага, он-то сам за, но у нас только трое здесь получается за и эта подруга. Отношения с автором предложения. Смотрите, в принципе, отношения можно поднять до 15, тут как минимум даже мы видели порой, да, отношения с автором. Ну, как минимум до 10 точно можно. Если это сделать, то мы заставим ее принять наше предложение. А если сейчас не получится, то есть у меня два пути: попытаться улучшить отношения с той подругой, как либо хорошо, попытаться заставить тебя опять стать вассалом. Даже дешевле мне обойдется. Ну не факт, что дешевле, все-таки стоимость предметов, когда я их продаю, уменьшается. Но если что, в онлайне мы сможем снова завассалить. Так что ничего такого страшного не произошло. Мы получили предметы, мы получили возможность присоединить еще одного друга. А, подожди, какая там именно подруга отказывала тебе в присоединении? Оу. Где ты там? Оу. Где там наши союзники? Оу. У нас с тобой 46, да, у нас с тобой отношения не очень приятно хорошие. Тебя. Еду я тебе и так поставляю, да? А ну-ка давай, предложим тебе немного денег. Допустим, 5000. Ну, допустим. Можно и предметы ей предложить. Но эта валюта твердая и поинтереснее даже. Насколько у бандюков сокровищ много, да, у Люйбу там не хватает только. Но 5000 дарим тебе. Предложение дарим тебе 5000. Разумное. Предложение очень разумное, сказал бы так. А отношения... Подожди, ты чё? Стопэ! Ты ж не знаешь, с кем ты связалась. Мы-то добрые, но по статусу... Ах ты собака, смотрите, 5000 сожрала и отношения не добро улучшила. Добро пожаловать, входи. Так сказала добро пожаловать, как будто... Шоу Лохотрон началось. А ну-ка, давай тебе предмет подарим. Ладно, я тебе подарю сразу еще какие-нибудь такие вот предметы. Не особо мне нужные. Давай вот еще. Табунчиком. Еще десятку. Но мне нужно улучшить с ней отношения.
Что она о себе возомнила? Изменения в отношениях. Плюс 14. 73 будет. Ну давай, хорошо. Мы благодарны за этот дружеский жест. Давай, давай их уже поговорим, а? Может, этого будет достаточно? Ван-ван. Приветствую. Да, 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 отлично, отлично, этого хватило. Смотрите, то есть отношения с автором мы улучшили, и, соответственно, теперь можем Ван-Лана принять в нашу коалицию. Он служил нам верой и правдой, был нашим вассалом, а теперь мы его принимаем. Еще, кстати, он, по сути, самый маленький вассал из моих, так что меньше прибыли я потерял. Еще такой коварный план. Но у меня был запасной ход, если что, вот это подруга. Одобряем. Все, господа, здесь, правда, не закрасился еще последний вот этот кругляшочек, но мы имеем сейчас максимальное количество вот этих самых конфедератов, друзей, которые у нас присоединились к Яньбайху. Отношения. Человек всегда восхищался моими решениями. Почему? Прекращены. Отношения между нами фракциями развиваются благополучно. Друзья. Ну вот, в принципе, изменились, да, отношения до друзей. И все хорошо. И мы смогли наладить это дело. Подчиняйся инстинктам. Так, 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 так. Что здесь можно еще теперь сделать? Честный. Теперь я могу объявлять войну, на самом деле, вот этим псам. Теперь я могу делать все, что угодно. Радостно видеть землю полную жизнь. А ну-ка. Ага, у него здесь армия сидит. Но гарнизон небольшой. Сгибайтесь, но не ломайтесь. Гарнизончик небольшой. Джан Лу. Я делаю заявление. Гуньсунь Лантин, кстати, к нам будет чуть хуже относиться из-за этого. Так что вовремя мы закрыли этот вопрос. Мне нужно подбираться как можно ближе к Матену. К Матену нужно подбираться. Мне нужно... Так, продолжить осаду. Нужно его столицу отобрать. Мне нужно зажать его столицу. Зажать и отобрать. Угроза осталась 2 хода. Я про это практически забыл. Поддерживать лояльность не буду. Помогаешь торговцам. На всю катушку помогаешь. Смысла нет. На следующий ход уже будем вызволять. Как раз очки останутся. Все будет замечательно. Так, к Матену подкрасться невозможно. Нам нужно к императорам. Естественно, сейчас. Если куда-то и лезть, то только к императорам. Машпионе. О, все, закрасилось. Красиво, да, там смотрится-то. Конфедерация Белого Тигра. Мы сильны, как никогда. Ради моего народа. Ради народа. За мной! Now one love, one love. Ты заслужил, Вагнер Лав, эту тему. Кто еще помнит такого футболиста, а? Кто болеет за коней? Практически золотые времена, да? Для этого замечательного клуба. Так, Шань, Янь, оу, вот она, наша подруга. Ну, в целом все. Самое главное, вот напряжение меня держала вот эта тема, что... Так. А, ну тут нормально, желтые повязки легко сейчас сливаются. Что может кто-то покинуть коалицию, я так и не наберу необходимое количество союзников. И вот когда остался всего лишь один шаг, это прям вот тревожный такой момент был. Такой тревожнейший. Так, фракция уничтожена. Восстание желтых повязок. Контракт выполнен. Развитие, постройки, гибель, войска. Правда, это неугасимое пламя. Да какая тут преграда? Они уже уничтожены. Преграды тут никакой. А вот этого я предлагаю отправить... Да, нарушить границы. В принципе, за малым этот пес и должен объявить тоже мне войну. Совсем за малым. Он так-то в союзе с Джан Лу. Отношение у него к нам
отвратное должно быть. Ну да ладно. Все, отдыхай. Отдыхай, а ты границу. Хотя зачем? Тебе нужно восстановить потери, еще рано. Перегорели, да. Раньше времени. Перегорели, выгорели. А тут мы другого императора можем начать шатать. Люйбу, кстати, возглавил. И сейчас синдрома... Нет, как назвали, да, спрятавшегося предводителя. Люйбу здесь возглавляет армию. Он готов снова сражаться, снова... Услышьте мой рев. Натыкаться на нас. Так, а легендарных, наверное, красных я уже и не найду. То есть только если его брать в свои ряды. Скорость стрельбы повышает, доход, боевой дух. Ну, наверное, я возьму его уже. Чтобы воевать с императором, нужно... Хотя, так даже интересно, что у нас. Нормально. За наше будущее. У нас тут банды готовы. Пора банды двигаться. Районные. Дурной славе нет позора. Мы их лучше отдельно будем использовать. Обрушьте на них свою ярость! Как будто к нам приходят на помощь. А сколько ты сможешь продержаться? Уже кончились боеприпасы. Припасы, да? На следующий ход можно попробовать сдаться, тебя попросить. Ну, в принципе, пока закидай. Продолжим осаду. Шпионов там же нам не подвезли, да, никого. Все, все по-старому. Все скучно и неинтересно. Потенциальные перебежчики. Конец хода. Вот он, Люйбу. Кстати, у Люйбу-то еще и шпион мой есть. Я шпиона сейчас должен был освободить или на следующий ход, я забыл. Который предатель сейчас бежит. О, этот делает вылазку. Этот делает все-таки вылазку, не стал ждать. Отсиживаться, у него два боевых перса, может быть будет сейчас две дуэли, поэтому начинаем сражение, быстренько от него избавимся. У шпиона, я надеюсь, ветер сейчас на следующем... Ветер победы наполняет наши паруса! Нет места сомнениям, противник должен быть разбит. Кстати, из бандитов, наверное, все-таки тигренок сейчас любой мой самый любимый такой персонаж. Любой противник может быть силен, берегитесь. У нее такая прикольная ава с бутылочкой. Тут их настоящий. Не ослабит нашего рвения. Жиган. Победа будет за нами. А там у них разве большой перевес есть? Я не заметил. Полна сил, но тебя подставлять ни в коем случае нельзя. Он в сердечках, кстати, новенькое тут отображается. Хотя у меня редко такого состояния полководцы доходили. Давай снаряды. Хотя нет, давай. О, подожди, у тебя один тяжелый арбалетчик, другой простой арбалетчик, надо будет заменить. На одинаковых, я думаю, что он сейчас через двойной клик не выделил мне всех. А, давай один огненный. Используй отряд стрелы. Так, теперь мечники вперед. Копейщики на этом фланге. Хотя, не, подожди, копейщик. Ты не лезь. Здесь все-таки вас. Вы займете на следующий ход позицию. Ядовитые. А кавалерия там как встанет, так встанет. Раз, два, взяли и врагов всех отыграли. Будем называть это так. Погнали. Кавалерия более-менее переходит реку быстро, но все равно. Подождем. Не хочу лезть вот сюда, в реку, мочить ноги, потом там... пытаться
в лесу даже отчасти сражаться. Хоть у нас вот эти отряды получают бонусы, там всякие бандиты в лесу, но чисто визуально это не так интересно. Так, красавица, у тебя только уклонение, да, мудрость, реки. Но это сейчас, если дуэли начнутся рядышком, можно будет использовать. Главное, тебя будет увести вовремя. Ждем. Он вышек понаставил. Ну ты же должен нападать. Смысл ты их так далеко поставил? Заглянуть-то нельзя? Под каким-нибудь углом таким. Прижаться как можно сильнее. Ну вот он город, а вылазка. Красиво, аккуратно. Даже уже пооткрывали дверки. Но в целом, если они сейчас проиграют, мы-то войдем в город как победители в эти открытые двери. Так что спасибо, что отдаешь нам город без боя. А дуэль я все-таки хочу использовать, но чуть-чуть попозже, когда он подойдет поближе противник. Я надеюсь, он все-таки согласится на поединок. Хотя тут пишут, что не желает вступать. Но он еще не подошел на расстояние, где уже, можно сказать, официально было сделано заявление, что он трус. Не желает. Давай. Вон они уже драпать начинают. Медленно, но уверенно. Ох, как выкашивает-то. Ляпота. Ну. Ты официально признаешь, что ты трус? Да, он официально признает, что он трус. Расстреливай тогда его. Ему нет прощения. Говорили, ты воин. Я заткну твою пасть, клянусь жизнью. Я вижу, как ты пытаешься это сделать. Мне как-то слабовать. О! Дальний вызывает. Ну хорошо, пока он согласился. Ты погибнешь. Второй не хочет. Даже без бонусов стратега. Как раз здесь с огоньком все. Кавалерии можно было бы отдать приказ, чтобы они уже заходили с тыла, но сейчас быстро мы с ним расправимся. Так, и еще один момент, чтобы стратега, опять же, особо... Стратегов особо. Кавалерия заходит с этого фланга. Копейщики, развернитесь. Встречайте их. Вот он начинает, такое ощущение, на нее охотиться. Выпотрошите. Приготовиться. Вражеские солдаты удирают. Дым использует. Сейчас кавалерия потеряла цель. Просто в пузо. А хотя нет, здесь нормально еще. Но же. Кавалерия. Или иначе я сейчас арбалетчиков на вас натравлю. Копейщики. Расправляйся. Нас ждет успех.
Хотя не надо. Не надо отставить. Отставить. Время пришло. К бою. Слушайте, войны. Внимание. Время пришло. Бегом. Не уступать. Расстреливайте этих. Причем можно ядовитыми даже. Огонь, яд, обычные болты, все в них сейчас летит. Правда, кавалерия наша, ну, тут чуть-чуть пострадала в этот момент, но за правое дело. И ты к... Ух ты, ежик лохматый. Он тебя так-то обижает. Тигренок, тигренок, давай сюда. Этот оказался слабее, чем я думал. Мы его трусом называть не будем, хоть он и сбежал сейчас. Тигренок. Тигренок. Соберитесь с духом. Я покажи им. О твоей семье после твоей кончины. Заткнись и умри. Сокрушите их. Поединок не хочешь? Это был последний шанс для тебя зацепиться. Вернись, я тебя подлечу хоть чуть-чуть. Готовьтесь. Убей его. Убей его. Он унизил твоего товарища по оружию. Ну? Ну? Она уже практически внутри у него. Твоя пика. Удар будет? Напоминает, знаете, как я это в гонках участвовал? В Ведьмаке. Когда преграждал путь. Чтоб меня не обогнали, да? Специально тормозил, сбивал темп, отдыхал в этот момент. Вот примерно такая же ситуация сейчас. Очень похоже. Ай, молодцы. Что? И все? С лошадкой. Он успел наших мечников покоцать, и даже полководец там не особо мешал ему. Слабенький, слабенький полководец у нас красный. Красный нынче слабый здесь. Так, 1500 мы заработали. Давай восполним потери. Город все-таки придется на следующий ход забирать. Пленный офицер. Шпион предал нас. Да, я на этом ходу должен был его убирать. В царстве Шухань. Зашел же ведь еще. Ну, что-то я забыл, что ход уже сдал. Так, отлично. Вот он, полководец, у Люйбу. Как раз мы с ним, если начнем сражаться, он предаст полководца. Действие с семьей. Кстати, а он... Он-то... Член семьи еще. Хоу Чен, получается. Он обалденный шпион. Возможно, даже я его оставлю, даже если буду сражаться против него. Так, 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 так. Где ты, Люйбу? Да! Он усыновлен Люйбу. Он был недоволен. Ему еще секретарь, сопроводитель должность дали, но он все равно... недоволен. Накопите 20 тысяч золота в казне. То есть Люйбу когда-то был очень богатым, судя по всему. Вот такая вот петрушка получается. Трагические события в возрасте 19 лет. Трагические события, нет в живых. Джан Лу придворный, ушел. Тут еще один, 72 года. Усыновлен тоже был.
Что-то Любой, смотрю, усыновлял многих, хотя у него, ну, по идее, тут есть дети. Ну, может, он как раз наследниками их делает. И, хотя, по идее, госпожа Бянь должна быть. Вот она, да, она наследник фракции. Можно попытаться убить. Не так часто есть такая возможность убить наследника фракции. Но сейчас посмотрим по шпионам. Вот, царство Лян, отлично. Великолепно. Переманиваем. Он уже возглавляет армию. Расширяем сеть сразу. Готовим, готовим почву для дальнейших действий. И есть еще кого-нибудь? Ну, нам нужно... вот, как оно там? Шухань. Сейчас царство. Люйбэй. Люйбу, точнее. Какой Люйбу? Люйбу здесь. Здесь Люйбэй. Все правильно. А то я объединил их имена уже. Для меня они одно целое, неделимое практически. Хотя нет, подождите, здесь нет. Я вижу его армию, но... персонаж не возглавляет, так что нормально все. Так что все сейчас хорошо. У царства вы у нас два шпиона. Вы не членами семьи являетесь, жаль. Давай поможем торговцам чуть. Еще. Добиваться назначения. Молодец. Вы самое главное довольны сейчас во фракции? Ты у нас как? Джо Аньшу. Да, ты довольна. Вэньчоу тоже доволен. А, замечательно. Значит, в принципе, добивайся назначения войска. И помогай торговцам. А ты у Люйбу. Хоу Чен. Ты очень недоволен. И поддерживать лояльность сейчас не получится. Активно поддерживать вашу фракцию при дворе, тем самым улучшив отношения между преданными сторонниками шпиона и недовольными его правлением. Такой конфликт значительно усилит ваше влияние во фракции. Но мне нужно чуть-чуть еще подкопить очков. Устроить заговор с целью убийства главы фракции можно, но это так себе. Вызвать гражданскую войну, либо убить наследника, на самом деле прикольно. Вот, потому что он, возможно, сделает его наследником. И... нам что, нужно обязательно выбрать наследника? Да. Автоматически не выбирает, жаль. Так, 80-ка, а здесь 40. Блин, сейчас он запросит еще больше. Давайте подготовим отмену. Я все-таки сейчас... где она? Расширить шпионскую сеть. Вот так. И когда у нас очков будет побольше действия выполнить. Чтоб наверняка убить. Потом попытаемся убить лидера либо лично, либо за счет действия. И если он станет шпион, возглавит фракцию, то будет, ух, как интересно. Все-таки у меня еще... мой шпион никогда не возглавлял фракцию врага. Нас ничто не остановит. Так, иди сюда. Да охватит нас всех боевой пыл. Вот так! Охватит, охватит. Хочешь сдаться? Не хочешь. Ну тогда умри. Наша победа — знак одобрения небес. Как любит искусственный интеллект во время штурма на автобое сливать кавалерию. Будьте неподкупны. Так, столица уничтожена. Это разрушаем, это ремонтируем. Здесь я на самом деле даже не вижу смысла производством еды особо заниматься. Даже продавать ее я бы разрушил все-таки тоже. Здесь разрушим, а строительство на следующий ход устроим. Янь Байху. Ну что, устроим войну против царства Шухань. Пока будем перебираться аккуратненько. Отличный режим. Мы знаем путь. На территорию врага. Не останавливаться. Вот, отлично. Сейчас никак. П-50.
преодоление рек — это... это крайне неприятное занятие. Но благо не только для нас, но и для врагов. Стоит добраться до вершины, чтобы увидеть потрясающее. Синду, ну тут все хорошо. Вот Шань Юн. Здесь нам надо еще что-нибудь возвести. Можно оружейные кузницы. А, пусть будут. У нас их так полно, а будет еще больше. Так-то, кстати, я накопил уже 20 тысяч. У меня тоже такая должность должна быть открыта. Посмотрим, может, что-то интересное есть. Дракон, например. Чутье увеличится. Пониженный штраф за стремление. Начальник, ну это все фигня. Это банальные стартовые. Вот, ожидаемый доход в начале хода должен быть не менее 3000. Ну, тут у меня, похоже... Просто из-за раннего доступа некоторые не пооткрывались, некоторые не сработали перки. Так, в начале хода у вас должно быть 10 пактов о ненападении, договоров, ну это ладно, знаток. Накопить 20 тысяч тоже выполнено, но я не могу этого сделать. Здесь еще стойкость дает. Заполучите в ряды фракции 5 персонажей, исцелившихся после ранения, или победите в поединке с персонажем в качестве старой шрамы. Здесь победите в трех сражениях, имея в рядах армии персонажа с качеством суеверность. Генерал левого крыла, генерал правого крыла, авангарда, штурмующие стены. Здесь победить в 100 сражениях, победить в 10 сражениях, используя генералов с дружиной и 6 отрядов лучников в оборонительном сражении. Ну тоже я вот это делал. Я удивлялся за Люйбу, что я этого не достиг, но здесь я это делал. В оборонительном сражении за поселение тоже мы это делали, но мне не дали. Ну, то есть, ранний доступ здесь мне не открыл некоторые темы. Свои косяки. Но порой приятный, порой неприятный ранний доступ представляет. И предоставляет. Вот смотрите, опять же, улучшая поселение, могу построить. Читерство. Читерство. Так, Синду. Давай еду. Здесь сейчас гарнизон докачаем. И здесь тоже. А еще деньги останутся. И еще денег. У нас море денег. И есть даже пара поручений. Пара поручения. Ян Фэн. Вот сюда бы я подправил сейчас, наверное. Давайте отправим разведчика. А, кого не жалко. Кого не жалко. Ну, давай тебя. Вот так вот. Раз. И все. И мы видим эту провинцию. О, здесь и кунжутище, смотрите. Может, стоит даже сейчас все-таки объединить армии. Ну, хотя кунжут развернулся в другую сторону, но... сам факт. Прежде чем сражаться с Люйбу, нам нужно все-таки убить наследника, чтобы наш шпион стал наследником. А потом пытаться сражаться с Люйбу, если вдруг он погибнет. Вэй объявил войну. Шухань подписывает мирный договор. Но он, скорее всего, готовится к войне. Вот этот пес. Там его Сунь Цэ подговаривает воевать против нас. О, вот она, красавица. Сунь Жэнь. Сунжэнь, ха-ха, может, ты нам будешь служить? Мы с Джуном даже ради этого готовы посражаться. А ты не являешься членом семьи его? Просто на всякий случай сейчас. Где ты там, мерзавец? Нет, членом семьи она не является. Вообще, персонажи, Янь Байху, Джин Дзянь. Это все наши, ребятки, ну-ка давай. Оп,
по персонажам. Вань, Вань, Вань. Госпожа Бянь. Ну, у Цао Цао есть еще Сунь Юй, Сяхао Юань, Дянь Вэй, госпожа Бянь. Это ж Цао Цао. Да, Вэй. Просто Цао Цао самого здесь я не вижу сейчас. В списках в этих. В списках не значится. У тебя вот как раз-таки только Сунь Джэнь осталось интересное. А Сунь Цуань, любопытно, он до сих пор так себе и не нашел пристанище. То есть он никакой фракции после уничтожения аж в 202 году, как мы его уничтожили, он так себе и не нашел хозяина. Но Сунь Цэ это он служит этому уже давным-давно. А все остальные его братья и сестры разбежались кто куда. Джоу Юй. Матен. Один даже, да и не только один, к нам сбежали. Мачао тоже живой. Мачао, Мачао. Чао, Чао, ты Мачао. О, стратега. Родили. Стратега, значит, да? Ну ладно. Бывает. Бывает. Объединяйтесь. Того, хотя, в принципе, Лю Бу тут не так силен. Словно горы. Можно еще и походить. Я знаю, куда идти. Вольно. Просто рядышком. Чтобы брат не ревновал. Да, они не вместе, они просто, ну, недалеко находятся. Брат, все нормально, брат. Брат, все хорошо, не переживай, брат. Так. А то у них детей что-то нет. И старший брат не помогает в этом. Хотя то, что они находятся на разных концах света, это как бы, ну, раньше не, вообще не влияло никак. И я не видел в патче, что писали обратное об этом сейчас, на самом деле. Может, пропустил этот момент? Ну, то есть им в одном стейке не обязательно быть, чтобы заделывать потомство. Так, коррупция минус 15%. Резко, шустро, оперативно. И мы станем еще богаче. Потому что коррупция нет-нет, там жрет у нас. Кто у нас тут недовольный? Главарь банды. Ну давай, ладно. Главарь банды, иди сюда. Шпиончики. Возглавляет армию, может, и является администратором еще министерского поста. Давайте попытаемся. Хотя лучше, опять же, подкопить, расширить шпионскую сеть еще. И на следующий ход действовать. Ну, увы, я тут, ну, тоже расширить шпионскую сеть. Единственное, что можно сделать сейчас полезного. Хороших шпионов перекупили. Вот раньше далеко так шпионы проходили очень редко, а сейчас то, что мы их перекупаем сразу прям с должностями, с назначением, это, конечно, очень-очень круто. То есть, например, вот могу попытаться убить наследника. Ну, лучше на следующий ход, чтобы сотка была. Мы все равно еще не встретимся на этом ходу с тобой. С тобой мы еще не встретимся на этом ходу. Может быть, отправить кого-нибудь? Кандидаты, жалко, не хотят шпионить. Хотя, может, отправить кого-нибудь. У нас там много бездельников сейчас. Бин Суй. Тоба. Ну вот, Лоу Янь. Хороший персонаж, на самом деле. Перспективный. С другой стороны, сейчас освободится вакантное место, я его не вытащу. Из Вэя только кого-то. Давайте не будем отправлять. Подчиняйся инстинктам. О, здесь стек нарисовался сразу. Я думал, одной кавалерии мы быстренько справимся. Сгибай. Но не хотят мне позволять это делать. Быстро. Наше завоевание несет мир.
Значит, подождем. Осторожность гасит огонь сердца. Значит, просто подождем. И с двух сторон ее зажмем. Война перешла на границы царства Шухань, на территорию. То есть мы, конечно, не воюем с ними еще, с этими императорами, но Люйбу будет повержен именно там. В очередной раз, причем повержен. Окончательно или нет, еще не знаю. Вряд ли окончательно. Люди рекой, мне кажется, в эту провинцию. Мирный договор подписывает. Покидает коалицию. Он не стал объявлять войну, он покинул просто коалицию. Боевой топор, доспех. Так, а ну-ка, сейчас по доспехам. У тебя серебро. Золотого оружия в любом случае нет. Ну ты так счастлива, в принципе. Какая разница? У тебя тоже, ну, у нас в основном легендарные персонажи сейчас. Легендарных персонажей даже больше. То есть у нас их 4 штуки. Второстепенно всего лишь 3 в армии. Действуй быстро! Оставайтесь честными! Обрушьте на них свои... Заморить Закидай. Голодом пока. Сейчас кавалерия подойдет на помощь. Победа! К оружию! Пирову победу обещают. Хочешь сдаться? Не хочешь? Ну ладно. Наша вера возна... О, 2500. Вэй, Инвэнь готова к нам присоединиться. Джан Лу. Парные боевые топоры. Хромота, человеколюбие, оптимизм. Ну, смысла не вижу этого персонажа на самом деле. Пусть обретут честь в смерти. Вот ее можно принять. Скромность. Снижает стремление управляющего. То есть ее можно как управляющего поставить. У нас как раз вакантные места есть. Ее возьмем на службу. Ну а он не хочет. В любом случае он не хочет. Он родич. Вдобавок ко всему того. Мы его казним. Не стоит тратить на них припасы. Решительность вознаграждает. Хорош, родич. Сам не стал возглавлять здесь оборону, а товарищей слил. Управляй страстями. Пусть все нет, кругом нет, затопит ярость. Уйдет в минус. Но он к нам пришел, кстати. А, нет, это другой пришел. Того же я казнил все-таки. Отношения прекращены. Недруги. Дипломатия. И предметы. Так, возрастной перс. Дружина у тебя нулевая. Окей. Так, ну что. Давайте сейчас назначим губернатора. В БА у меня есть губернатор? В БА у меня, в принципе, единственная провинция, где есть губернатор сейчас. Пограничье, пограничье. Вот сюда нужно назначить обязательно губернатора. Дзянся. Меня интересует сейчас даже больше дружина, чем бонусы. Вот, Тоба, Ливей, Тянь Лантин. Но она полководец. Ну и Вэнь Инвэй. На следующий ход только она сможет присоединиться. Стоимость. Даже бонусы сейчас нельзя посмотреть, ладно. Других кандидатур нет, только вот кого мы приняли. Лондиан тоже, по идее, здесь губернатор нужен. Хотя денег у меня хватает. Давайте сделаем следующим образом. Здесь наймем все-таки армию. Возьмем Ляо вот этого. Будьте берем неподкупны. Тебя. Так, с тебе еще возьмем...
Ну, можно кавалерию тут. Че, мы платить, что ли, содержание будем данной армии? Нет, конечно. Ни в коем случае. В гарнизоне стрелков достаточно? Можно Китай добавить. Китай — это народ, а не угнетающие его военачальники. Да не переживай ты. Мы сейчас тебе возьмем даже защитников земли. Таких крутых ребят. Воины, либо копейщики. А ну-ка, давай защитников небес тебе еще возьмем. Гнитесь, но не ломайтесь. И отозываем эту дружину. Сразу могу назначить здесь его? Не-не-не, он тоже. Возвращаться будет один ход. Тоже будет возвращаться. За наше будущее. Ему нужно время. Никогда не сдаваться. Ночное сражение у тебя есть? Вариант. Вспыльчивость, гибкость, рвение, мобильность. Да, ночное сражение есть, тогда нужно объединить армии. Разбойники благороднее, чем знать. Объединить. Объединяем. Шпион. Он пытается убить наследника фракции. Да, оплакивает внезапную смерть наследника, не догадываясь о ее причинах. Но он, по идее, должен себе найти сейчас тут же пассию новую. Вон, Кунжуну можно подослать кого-то. Ну, Кунжун скоро будет уничтожен. Кунжун так исчезнет. Я бы Суньжэнь попытался бы, наверное, даже разбить эту армию, освободить ее, если бы она не захотела к нам уходить. Своей рукой. А потом разобраться. Все, стоим лагерем. Любу сейчас может напасть на этом ходу. Есть такой шанс. Поэтому предлагаю, наверное, тогда подождать до следующей серии. И уже тогда ход сдавать. Главное про наших не забыть губернаторов, которых я подготавливал на эту роль. На сегодня все. С вами был Верус. Всем добра. И вас тоже поздравляю с 8-м другом Яньбайху. Пока-пока.